Похоже, он рэпует по жизни. Он актер, он снимается. А вот это похоже на форму военного музыканта. Я не уверен, но что-то вроде оркестра. Ну, вы понимаете, где они стучат по барабанам и все такое. Вот поэтому похоже, что ребята неплохо ночь провели. Он, похоже, сильный парень. Сечете? Не знаю, чем он занимается, но... Но он явно что-то знает про оружие. Похоже, что он живет спокойной жизнью, но немного занимается искусством, потому что вроде как рэп читает. Знаете что? Между фотками такой контраст, что он может заниматься чем угодно. Он может просто перед публикой выступать. Понимаете, да? Но я думаю, что он рэпер. Пошумим, блядь! Он ведущий. Богатый ли он? Ну, должен быть. У него тут организация с большим количеством работников, так что выглядит так, будто какие-то деньги он зарабатывает. Кто-то заберет бабки, кто-то айфон, кто-то пойдет нахуй, я представлю судей. Похоже, он там со всеми в крутых отношениях. Кажется, он очень уважаемый человек, этот парень. Как же дух, ребята, я новелист. Артист из юго-восточного Лондона. Я делаю музыку. Знаете, я кайфую с музыки, это мое дерьмо. И сейчас я попытаюсь разобраться, чем знамениты эти люди из России. С вами NOV прямо сейчас на афише видео. Он похож на фэшн-дизайнера. Да. Этот братишка выглядит так, будто творит моды и музыку. Я должен сказать, что этот парень, он точно занят в разных движухах. Эти красные очки улет. Он похож сразу и на модели, на фэшн-дизайнера, и на рэпера. Смотри, братан, зацени. Как тебя? Да. Вот эта фоточка смешная. Эй, Сос, зацени. Да, в общем, я скажу, что он модель. Все-таки я думаю, что он модель. Но и на рэпера тоже похож. Не хочу гадать, буду придерживаться версии с моделью. Ничего, такая песенка. А он смешной парень, однако. Звучит самобытно, понимаете? Я даже не слышал подобных песен. Дорого, 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 дорого. Двигаться как мы дорого. Говорить как мы дорого. Я могу сказать, что у него есть вот этот образ хипстера. Но знаете, вот эта новая тема. Балахончик этот, цепочка. Меня зацепило. Ну короче, он очень хорошо одет. Выглядит так, будто бы и в обычный день у него прикид не хуже. Жак Энтони. Палец вверх, Жак Энтони. Очень милый человек. Очень красивая женщина. Не похожа на остальных. Она рок-исполнитель. Я знаю. Я вижу это в глазах, поверьте мне. Она выглядит антисоциально. Скорее всего, необщительно. Я бы все равно с ней поболтал, но кажется, ей не нравится разговаривать. Она больше любит думать. Понимаете, о чем я? Потому что я вижу боль в ее глазах. Понимаете? Красивая при том. Боль — это то, через что все проходят. Так что, если это одна из ее тем, то такое способно собрать очень много людей, которые почувствуют связь с тем, что она поет. Так что, я считаю, что она очень известная. Как ее зовут? Земфера. Это улетное имя. Хочешь сладких апельсинов, хочешь вслух рассказов длинных. Так она из старой школы, символично. Довольно таинственно. Но я знал, что у музыки будет это ощущение, понимаете? Я видел это в ее глазах. Ха, чувак тут дымит рядом с кучей бабок. Как по шаблону. Мне нравится эта фотка. Вот это. Здесь он похож на того, кто рэп читает. А это что такое? Красная буррито? О, шаверма, да. Что его разозлило? Эта фотка очень злая. При этом он выглядит крутым. Похоже, что он читает рэп, но скорее он примеряет на себя образ гангсты. Здесь я вижу, как его кореша палит из воображаемых пистолетов. Шарите. Он выглядит как человек, который читает о борьбе. Ему нравятся деньги. Да, базарю. Он любит деньги. Money-man. Я так и знал. У него такой стиль, как у того подростка из Мемфиса, знаете? Он похож на чувака, который обтяпывает делишки, но не совсем законные. Ну, я видел в этом клипе пару стволов. Понимаете, что я имею в виду? Я надеюсь, он успешен, потому что качество видео на высоте. Шарите?
И музыка тоже ничего. Он не из тех отстойных блогеров ни о чем. Он любит алкоголь, татуировки, пушки и деньги. Сигареты и блогинг. Смешно. Это в его ДНК. Он должен к своей ДНК водички добавить. Я думаю, ему поможет. Этот братишка явно мировой. Силач. Он не шутит. Он наготове. Он не в игрушки играет. Это точно. Так, я вижу его с дельфинами. А у него огромные банки. Мачо-мен такой. И похож на того, кто любит воду. И дельфинов. Я так понимаю, он актер. Актер, да? Да, он актер. Он выглядит так, как будто мог бы быть и музыкантом, и актером одновременно. Читает ли он рэп? Да, наверное, сейчас все рэп читают. У нас сейчас вообще каждый блогер рэп читает. Я люблю Максима, но он никогда не работал в поле. Он вообще никогда не дрался. Посмотри на него, он же огромный. Какой дурак с ним полезет в драку? То есть он актер. Так и знал. Пак! Он застал его врасплох. Он просто рубанул его, братишки. Да, я бы это посмотрел. Мне нравится. Я бы хотел посмотреть этот фильм на русском. Мне иногда нравится смотреть фильмы даже без субтитров. Потому что можно столько нового узнать, понимаете? Он выглядит как весьма серьезный дядька. Он похож, знаете, на такого весьма уважаемого чувака. Шарите? Он ошибался. Но ты был прав. Что за хрень ты несешь? Я никогда не блефую. Чтобы заниматься бодибилдингом, все равно нужно быть очень дисциплинированным. Ну и животных он любит. Я всегда уважал тех, кто любит животных. И уважает их, потому что они тоже очень важны, понимаете? Он похож на того, за кем остается последнее слово. Так, ладно. Это мой официальный приказ. Я вызываю Big Prem, Sastraperazzi и DC. Тащите свои задницы сюда, в Россию. И, ну, понимаете, выясните, какие здесь классные артисты. Хорошо, чуваки. Приятно было пообщаться со всеми. Меня зовут Новелист, и тут было очень интригующе посмотреть на некоторых известных артистов из России. Надеюсь, я всех разгадал. Ну, вы понимаете. Надеюсь, ребята, вы послушаете и мои треки. Всем палец вверх, это был NOV на афише видео.